В чем дело? Дядюшка Август, вон уже город. Смотри. Сам вижу. А вы готовьтесь, готовьтесь. Да. Вечером мы надо работать. Конечно. Репетируйте, репетируйте. Со мной ничего. Где Тибу? Сок! Я здесь! Сок, давай скорее полосатую коробку. Скорее. Какую коробку? Подожди, дядюшка, подожди. Я говорил... Вот, Костяк. Что ты делаешь? Я говорил, тебе придет наш день. Вот, слышишь? Это народ пошел на дворец толстяков. Сегодня мы свернем им жирные шеи. Ты с ума сошел? Ты же артист. А наша работа... Подожди, старик, немного. И мы дадим с тобой представление на площади дворца. Ты с ума сошел? Подожди, давай порох. Какой порох? Добирайтесь до города. Ждите меня на рынке. Видимо, спутал бомбу с ананасом. Господин канцлер, держите себя в руках. Ваше Величество, я уже имел честь докладывать, что эти голодранцы окружены нашими войсками. Я говорил! Говорил! Ваше Величество, может быть, шальная? Что? Заговор! Заговор! Предатели! Тибу! Смотри, Тибу! Ну
Это совершенно чистое небо. Не спорьтесь, доктор. Я своими руками слышала гром. Ну, да, но... Подождите, подождите, я сейчас принесу вам калоши. Но ведь... Что происходит? Браво! Браво! Сэрман! Орлы виртуозы! Браво! Позвольте, я хотел узнать... Дайте от меня. Господа, что происходит? Объясните, почему стреляют? Доктор, голубчик! Здравствуйте. Объясните, наконец, что случилось? Как? Вы ничего не знаете? Нет. Рудокопы захватили пушки. Кровавый бунт. Боже, это же историческое событие. Я должен все видеть сам. Осторожно, осторожно. Пропустите. Я должен все сам видеть. Подождите, у нас труба. Позвольте, позвольте, позвольте. Мерзавцы, черепахи. Интересно. О, да там целая баталия. Однако они уже приближаются к дворцу. Ку-ку. Ваше высочество, уже утро. Ваше высочество. Прошу Ваше высочество. Охотитесь, как дохлые вороны. Битва! Давайте сюда! Ваше высочество, я должен прервать церемонию. А урок! Прекратить! Давайте сюда! Стой! Взять команды! Поводимся быстро! Нет возможности установить орудие! Стоп! Виноват! Кукла! Кукла для следника! Идиот! Давайте! Так вот так! Дружич! Давай! Упала! Кукла упала! Кукла! Моя кукла! Ваше, что-то... Она разбилась. А? Кто посмел прикоснуться к кукле наследника Тутти? Кто? Кто? Высочество, вот тут она. Мы, когда я... Тутти! Да. Ваше высочество, вы не волнуйтесь, он больше никогда не посмеет прикоснуться к вашей кукле. По городским воротам... Чебулу расстреляли на месте. Врешь. Ох, не пойди. Я сам видел. Смотри. Зачем ты все это убираешь? У меня лопнуло целых 10 шаров. Их величество сегодня объявят праздник. У тебя же самый ходкий товар. Я не могу торговать, когда стреляют. У меня летучий товар. Чебул. Они ушли. Чебул. Скорее сюда! Вот он! Скорее! Гад! Предатель! Я же тебе говорил, не убирай шары! Правильно! Братцы, ловите меня!
Караул! Зачем? Ну что ж вы стоите? Я ж боюсь! Чебол убит. Главарь бунтовщиков Простера схвачен и скоро будет доставлен во дворец. В клетку его, в зверинец. А остальных повесить на городской площади. Повесить. Вы слышите, в зверинец? О высочайшему повелению их величия. Браво, 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 браво. Честь победы! И восстановление порядка приказано возвестить праздник орудийным салютом. Я, это не я. У меня патент. Торт погиб. Как десерт? А? А я спрашиваю. Здравствуйте. Что это? Что это такое? А? Что делает в крыле этот идиот? Он влетел. Да вы что? Ну, ты мне ответишь за это. Имей в виду, Висельник, через 5 минут я объявляю торт. Вот. Ну, я пойду, а? Стой! Куда? Садись, болван. Дайте сюда кремы. Кремль! Ну что стоите? Быстрее тяни! Кремль! Сахар! Пудру! Иди! Шары! Ну подайте ж ему шары! Но я же взлечу! Помчи! Привяжите его лентами, чего вы стоите! Скорей! Скорей! Откройте печь! Какую печь? Скорей! Ну? Сейчас. Здравствуйте, канцлер. Шевелитесь, ротозеи! Через 2 минуты его будет есть правительство! Где? Так вы чё? Несут. Несут. Торт Виктория! Стоп, стоп, стоп!
какие. Они, наверное, на марципане. Моргает. Давайте отрежем ему голову и посмотрим, что у него внутри. Господа, господа, это торт-сюрприз. Его следует есть по порядку. Да-да, по порядку, только по порядку. Скажете, капитан? Что уставился? Я тебя спрашиваю! Отвечай! Виноват! Сейчас! Что я говорю? Священник! Где ты видел Тимура? Видел! Видел, где он? Я покажу! Я его найду, ваше величество! Сегодня или завтра! Найду! Когда фанфар раздастся гром, когда горят огни кругом, когда блестят десятки глаз, нет никого счастливей нас. Когда у вас захватывает дух, когда из шляпы вылетит петух, когда с галерки вниз летит букет, счастливый нас, людей на свете нет. Там на прыжках, на арену, на руках, и колесом, и кувырком пусть кувыркаются стены, все становится вверх дном. Переодеться, Сок. Хорошо. Я знала, что ты придешь. Я всегда знаю, когда ты приходишь. Ой, это весь в крови? Нет, ничего, это только царапина. Я тебя перевяжу. Иди работай. Связался с ними, все пошло вверх дном. Мы продали нашу тигрицу, нашу Ленору, гвоздь программы. Я молчал. А сегодня нам нечем накормить лошадей. А что будет завтра? Мы будем драться.
Сегодня рудокопы поднялись раньше времени. Подожди. Подожди, ты мне уже говорил, подожди, подожди. Настанет день. Сегодня этот день настал. А что принес твой хваленый день? Клетку для Проспера? Площадь, усыпанную трупами. А что будет дальше? Послушай меня, дядюшка Август. Слушай, завтра подоспеют ремесленники из города Тия. И мы отомстим за каждую каплю крови. Так вот, что я тебе скажу. Завтра они повесят твоего Проспера. Завтра они схватят тебя. Когда глядишь с каната вниз, когда встречат с восторгом писк, когда в рядах гуляет смех, мы циркачи счастливее всех. Когда в вас ослепляет мишура, когда в заплатах прячется дыра, когда лишь корка хлеба на обед, все ж никого счастливее на свет. Весели мы, с каждым делим и щедры, хотя в кармане не гроша у толстяка, куча денег, но грошовая душа. По высочайшему повелению приказано веселиться! Вась! Вась! Пардон. Дорогие сограждане! Соотечественники, соплеменники! Доктор! Доктор Гаспар, я здесь! Доктор Гаспар, да. Уже целый день ничего не ели. Что с вами? Где ваша шляпа? Зонтик я тоже потерял. Вся трагедия в том, что я абсолютно ничего не вижу. У меня разбиты очки. Опять! Все люди танцуют! Эй, посторонись, там! На рынке! Чего рот разинул? Нет, нет, тихо. Здрасте. Сейчас принесу холодной воды. Гвардейцы! Господи! Задержите их! Осторожно, плечо, тепло! Держи лошадь! Есть! Дай пистолет! За мной! Охраняйте ворота! Где он? Кто он? Ах, ты не знаешь. Обыскать рынок! Если ты через две минуты не скажешь мне, где он, я подожгу всю эту колымагу вместе с барахлом! Стой! Куда? Смотрите, смотрите! Господи, капитан! Черт! Господин капитан! Стили, предатели, дармоеды! Стрелять! Гоните его по крышам, мы его встретим с другой стороны! Вперед! И теряйте его из виду! Вот улица, куда вы Елизаветы, затем площадь Звезды и мы дома. Как красиво! Оцепляйте квартал! Разгоняйте всех! Всех разгоняйте! Оруваться!
сошли с ума. Наверное, пожалуйста. Что? Как же сказать? Сейчас посмотрю. Что? Что там? Там такой красивый офицер. В белых таких, знаете, перчатках. Что там происходит? Сейчас посмотрю. Ловят кого-то. Вот он! Вот он! Ни черта не вижу. Извините, я увлеклась. Значит, этот офицер в перчатках залез прямо на танк. Я уже слышал. Дайте очки. Наденьте вот это. Я сейчас согрею ужин. Главное, ничего не забыть. Надо все записать. Lux rebellionum prospero. Rarius prosperus. Уникальное оружие. Что? Руками. Доктор. Это же коллекционный экземпляр. Фу. Кажется, наконец мне все-таки повезло. Из камина, мой друг, появляются только черти. Вы доктор Гаспар Арнель. Весьма польщен, чему обязан. Послушайте, я канатоходец. Тибу. Понимаете? Браво! Браво, брависсимо!
Ведь вас же ищут. Я знаю, я пробовал спускаться, это невозможно. Я все понимаю. Вам следует переменить внешность. Быстро раздевайтесь. Послушайте, доктор, про вас говорят, что вы можете превратить человека в свинью. Ну, знаете ли, слухи несколько преувеличены. Я не волшебник, но, доктор, я только ученый. Спасибо. Быстро одевайтесь. Только не превращайте меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату. Доктор Каспар, вы переоделись? Там гвардейцы. Что? Гвардейцы. Скажите, что я работаю, я занят. Они требуют. Ну хорошо, ну скажите, что я совершенно голый. Это их не остановит. Не сломай дверь, доктор. Полезайте в окно. Хорошо. Доктор, только, пожалуйста, не дергайте заслонку. Я им покажу, как меня обыскивать. Я же вам говорю, что он занят. Так, сейчас я не понял. Кто меня спрашивал? Он войдите, прошу вас, господин генерал. Простите, маленький эксперимент. Советую вам прекратить эти эксперименты. И гадость. Немедленно следуйте за мной именем правительства. Я могу хотя бы переодеться. Да? Поторопите его, нечего возиться. Молодой человек. Это же бакса. Да-да-да. Обыкновенные баксы для сапог. Открывайте баночку. И мажете. То есть как мажете? На лицо нам? Через 5 минут вы настоящий нерв. Бакс? Пожалуйста, не забудьте проветрить мой кабинет. И ради бога, ни к чему не прикасайтесь. Поехали. Как могло случиться, что в момент опасности кукла наследника осталась без присмотра? Как? Как могло случиться, что вы, кому доверено будущее нашего Отечества, могли допустить, чтобы это сокровище было выброшено в окно, как грязная тряпка? А? Что вы молчите? Я вас спрашиваю! Ну, отвечайте! Это доктор Гаспар Арнейс. А? Как? Вы наш знаменитый доктор? Я доктор Гаспар Арнейс. И правда, что вы такой ученый? О, вы знаете, случилось ужасное несчастье. Что такое? Кукла. Уникальная кукла наследника Тутти упала из дворцового окна. Чудо. Просто чудо. Невозможно поверить, что здесь заключен механизм. Государственный совет решил доверить вам ремонт этого механизма. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему дню. Да, но я не знаю, я не знаком с ее устройством. Горе наследника Тутти слишком велико, чтобы вы могли медлить. Ну да, ну как раз по нашему. От этого... Все ясно. От этого зависит будущее нашего государства. Отнесите куклу в карету канцлера. Ну вот, вы же понимаете, правда, это невозможно. Но, доктор, милый, прошу. Ой, срок. Конечно. Это же слишком ответственное дело. Ну поэтому они вас и пригласили. Вот рассвет, осталось всего несколько часов. Надо успеть. Надо, доктор. Вы ученый человек. И, по-моему, нет необходимости вам объяснять все это до конца. Да-да. Ну да, ну как же с куклой все-таки? Кукла ждет вас в карете. Как? Прошу. Карету канцлера к подъезду! Доктор Гаспар, прошу вас. Yes.
идет. И главное еще, куда он задевал мои очки. Это еще что такое? Откуда он его притащил? Другой бы подумал. Живой негр. И главное, надел на него свои новые штаны. И вы подумали. Вера, когда канцлер будет в наших руках. Тихо. Еще карету, понимаете? Так давайте подвезу. Да, да, да. Прекрасно, прекрасно. Куда ехать? Это будем искать. Какой-то красивый. Наверное, самый красивый негр на свете. Спи, Сон. Тибо. А правда, что Проспера посадили в клетку? Правда, Сон. И что ключик находится у наследника Тути? Да, спи. А правда, что у наследника Тути железное сердце? Спи, тебе говорю. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. Ну что там? Да нет, пока ничего не видно. Вон бочка старая, стекло разбито. Да нет, ну здесь мы уже были. Да. Доктор, смотрите, что тут на воде? Ее башмачок. Ее башмачок. Что, стук, да куда же? Она там, на дне скорее. Так не достать. Надо палку какую-нибудь. Тончайший механизм. А хорошо багор. О, да, ну давайте поищем багор. Смотрите, это не то, идите сюда. Кто здесь? Да мы ищем какую-нибудь палку, вроде багра. Извините, что беспокоим, случилось ужасное несчастье. Утонула кукла на свете. Дядюшка Аугст, это и есть доктор Гаспар. Мы очень довольны, что доктор Гаспар посетил балаганчик старого Брезака. Проходите. А что у вас случилось? Нам нужен багор. Я негр вашего собственного производства, доктор. Это же ваш пиджак, ваши штаны. Боже мой, не может быть. А как, однако, все удачно получилось. Вы знаете, можно подумать, что я действительно настоящий волшебник. Здесь кто-нибудь есть? Нет, это наш сок, маленький. Она уже тоже артистка.
когда вы ее вытащили? Кого? Ее куклу. Где фрак? Где фрак? Зашторьте окна. Примерьте это. А что вы думаете, найти и доставить куклу во дворец? Это же пахнет миллионами. Не ради чинов и наград, ради отечества спокойствия. Спасибо, отец, спасибо. Вот учитесь, вот у него учитесь. Спасибо, отец, патриот. Благодари. А как же уроки? Танцы? Как же? Все уроки отменяются! Не забудьте повесить объявление. Послушайте, доктор, вы говорите, что эта девочка похожа на куклу-наследницу. Что? А? Девочка похожа? Похожа. Послушайте, доктор, оружейник Просперу сидит в клетке во дворце трех толстяков, а ключ от этой клетки хранится у наследника. Мы обшарили все дно. Куклы нигде нет. Ее, наверное, отнесло течение. Завтра мы будем давать уроки во дворце. Уважаемые куклы, торопитесь. Вас ждут во дворце. Ну, смотри, смотри хорошенько. На, вот тебе на всякий случай. Доктор Гаспар. Помнишь, ты играла золотую кочерышку? Пантомиме «Глупый король». Помню. Ну вот. Прекрасно. Прекрасно. Ты не бойся. Все будет хорошо. Да я не боюсь. Доктор Гаспар, нас спешите. Пошел. Поехали. Господи, что же это будет? Яблоки! 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 Все, нас нашли. Спасибо. Ваше Высочество, мы опаздываем на утреннюю прогулку. Ваше Высочество, вы испортите себе зрение. Отойдите отсюда! Я буду ждать здесь. Ваше Высочество, ремонт куклы может затянуться. Нельзя так долго смотреть в одну точку. Ваше Высочество. Да. Кукла наследника Тутти! Кукла наследника Тутти! Кукла наследника Тутти! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество, многое пришлось исправить, и я боюсь, что новые части еще не притерлись. Ваше Высочество, прошу вас, будьте очень осторожны. Ну, по крайней мере, первые несколько дней. Хорошо, хорошо. К ней никто не посмеет прикоснуться. Ваше Высочество, прежний костюм вашей куклы сильно пострадал, и теперь, как видите, она получила новый. Благодарю вас. Он идет ей больше прежнего. Доктор, она сможет танцевать? А? Ваше Высочество, я не знал, что ваша кукла танцевала прежде. Поэтому на свой страх и риск я научил ее некоторым движениям, которые мне казались... Как музыку? Thank you.
ваше высочество. Я все-таки очень боюсь за ее механизм. Ладно. Эй, несите его ко мне. Браво, доктор. Поздравляю. Ваше высочество, как вы находите куклу? Она превосходна. Доктор все починил. Очень-очень рад. Ну, наш дорогой доктор, доктор Гаспар, я знаю, доктор Гаспар Эрнани, вы великолепно исполнили порученную работу, так что теперь можете требовать награды. Ну, говорите, доктор, что вам нужно? Ваше высочество, сегодня там, на площади, я видел, устанавливается 10 виселиц. Да-да, казнь состоится завтра утром. Да, так вот, если можно, нельзя ли, я прошу, отменить эту казнь. Что? Это просьба преступна. Но ведь вы обещали. Существует приказ их величеств. Но если доктор просит, то казнь надо отменить. Что там? Спасибо, доктор. Прошу вас, доктор, проходите. Прошу. Пожалуйста. Я искренне тронут вашим вниманием. Спасибо. Не стоит благодарности, доктор, пожалуйста. Откровенно говоря, я не надеялся, что моя отчаянная просьба может быть удовлетворена. Да, наш долг беречь ученых, доктор. Особенно таких, как вы. Полноте, полноте. О, Каплуазье! Он. Напоминает мне вид. Да. А вот и наши друзья. Пожалуйста, прошу вас сюда. Великолепно. Ой, это прекрасно. Прошу вас. Да, да, дорогой господин Арнери, в тревожное время вам придется переждать здесь. Это небольшая формальность. Надеюсь, вы не успеете соскучиться. Завтрак готов, ваше высочество. Ваше высочество, завтрак давно ждет. Кукла пусть стоит в коробке. Вы можете идти. Приятного аппетита, ваше высочество. Звонили ваше высочество. Что такое? Может быть, собака вас потревожила, ваше высочество? Уберите собаку. Уберите собаку! Уберите собаку быстро!
Скорей! Извините, ваше высочество. Скорей! Извините, что мы прервали ваш завтрак, ваше высочество. Музыку! Так ты не кукла? Ты живая? Ты не бойся. Я не кусаюсь. А как тебя зовут? Меня Сок. Сок? Что это? Я тебе все объясню. Только можно попробовать кусочек пирожного? Да, ешь. Пожалуйста, ешь все. Спасибо. Только никто не должен знать о тебе. Мне не разрешают играть живыми детьми. Что? Ешь, ешь. Сок. До сих пор руки дрожат. Она была как настоящая кукла. Облава! Сидите. Назад! Я же свой. Позвольте, разве я похож на Ганата Хоркиса? Тихо, ты не ходи, что ты? Что случилось? Что такое? Несчастье. Моя девочка. Что с ней? Учитель танцев нашел куклу наследника. Он едет во дворец. А где он ее взял? Моя девочка погибла. Что же вы сидите? Надо как-то задержать танцора. Нельзя его выпускать отсюда. Ладно. С куклой. Ладно, дядечка Август, сейчас мы устроим так, что ни одна собака не выберется из города. Надо, чтобы они закрыли ворота. Закроют. Али, мы будем ловить Тибула. Кого? Тебя? Но ведь я-то негр. Верно. Сейчас. Господин офицер, вот, Тибул. Тибул, смотрите. Живо. Скорее. Закройте ворота. Я-то видел Тибула. Никого не упускать. Держите. Держите Тибула. Тибула, держите. Всех подвал, всех. Держите Тибула. Тибула, держите. На ул, все сюда. Откройте немедленно ворота. Я еду во дворец. Действуйте! Господин Беневентура, здрасте, доброе утро. Куда ты смотришь, кретин? Подвал! Всех подвал! Подвал, я говорю! Вы мне ответите за эту куклу! Что, что? Солдафун! Отойдите! Я учитель танцев! Мне необходимо попасть в дворец! Отдайте! Подвал! Все, ворота закрыты, ребята! Ребята, за что? Что ты? Ай, вы поплатитесь эполетами! Вот он, красавчик! Грубиян в мундире! Дядюшка признался! Дядюшка Август, вас-то за что? Они схватили Тибула. Негра, схватили. Я не успел его предупредить. Мы решили посмотреть на тебя, пока ты целиком, с головой. Вот пригласили тебя к ужину. На прощание. Ты, наверное, проголодался, а? Ваше Величество, разрешите мы его покормим, а? Покормим, господа! Куда лезешь? Я хочу смотреть на нем, не живом, не живом. Смахнулся, чуть не упал. А он не хочет! Постойте, постойте! Он же любит брусничного! Огня! Ваше Величество! Огня! Ваше Величество! Огня!
Жрите, ваш ужин. Завтракать не придется. Убрать его! В клетку его! В клетку! В клетку! В клетку! Почему ты не спишь? Я не привыкла. В это время в Балагане еще идет представление. Расскажи что-нибудь. Я ничего не знаю. Что это пока невозможно. И все-таки оно железное. А можно я послушаю? Пожалуйста. Что это? Какой-то важный ключ. Вот. Мне его дал государственный канцлер. А, я думала, это так, свистеть. Что? Свистеть. Как свистеть? Как все свистят. А ты умеешь? Как... Ну еще. Сок, ну посвисти немножечко. Уже поздно. Ну, пожалуйста. Хорошо. Только ты ложись. Хорошо. Thank you.
Что это? Отвечайте! Я вас спрашиваю! Смотрите, она все-таки нашлась. Что? Нашлась? Завтра же на рассвете ты будешь отправлен на тот свет вместе со своей циркачкой. Утром еще интеллигентный человек. Чего раскричались? Тревога! Тревога! Что это? Кто-то пролив на дворе. Смотри. Тебя в клетку. Здравствуй, маленькая, здравствуй. Кто там? Бери. Это ключ от клетки. Бери. Ну, бери скорее. Откуда ты? Ты что, шумишь, бандит? Я вас вешаю. Куда нет решатки? Убери руки, говорю! Руки убери! Ты что, а? Пусти цепь! Ух ты, бандит, спрямо! Кто ты? Я Сок. Меня послал Тимур. Куда это будет? Парк! Ваше Величество, когда я увидел куклу, я сразу понял, Ваше Величество... Бежим скорее на кухню. Там должен быть подземный ход. Скорей! Сок! Держи!
что, девочка? Сок! Подземный ход! Скорей! Давай руку! Ну, скорее, скорей! Так. Ой, темно! Страшно! Держи! Ой! Вот она! Господин генерал, это я задержал преступницу. Вот, укушен при поимке. Я прикажу позаботиться о вас. Я не ради чинов и наград, я ради спасения спокойствия. Ну что, хваленая кукла. Теперь их будут судить? Теперь их казнят. Кого? Тебя. Дурак. Первый раз в жизни жалею, что я не волшебник. Я превратил бы тебя в мотылька, чтобы ты могла отправиться домой. Кому нужна моя ученость? Куда годны мои знания? Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все это сочинили мальчишки соседнего двора. Послушайте, доктор Гаспар, ведь и будут Проспера вместе. Они нас освободят. Ну как вы не можете это понять? Вы же ученый. Ну, конечно, конечно, освободят, моя золотая умница. Конечно. Ну, ты понимаешь, у них слишком мало времени. Теперь ведь июнь. Ночи слишком короткие. Открывайте ворота! Проспера! Получай, гадина! Вот так! Давай! Давай его сюда! Где Флок? Тимул, скорей! Да. Скорей! Надо выручать ее! Ага. Там подземный ход! Располагайте! Располагайте здесь, как дома! Что ты делаешь, хулиган? Извините, извините, я спешу! Я же на работе! Извините, а рубить мы будем... Что-то холодновато. Давайте начинаем. Выходи. Не будите ее. Распорядитесь насчет завтрака. Живей, слушаюсь. Готовьте завтрак, срочно, скорей! Растапливайте. Ну, растапляйте.
Скрип! Идут! Организации подлого побега мятежника Проспера на основании решения вчерашнего дела государственного преступника, организатора побега, главного поставщика оружейника Проспера. Все вы ученые доктор Проспера Нейли, которому получили контрнацистский пункт, вел во дворец уличную танцовщицу под личным кнопом. Усыпи бдительность наследника Тути. Преступница похитила у него ключ от клетки, где содержался главарь бунтовщиков. Под покровом ночи эта псевдотанцовщица проникла в зверинец его высочества и выпустила из клетки злейшего врага нашего государства. Учитывая неопровержимость улик и особый цинизм преступления, Верховный суд постановил доктора Каспара Арнери и мнимую куклу наследника Тути, танцовщицу по кличке Суок, обвиняемых в том, что они устроили побег оружейника Проспера, мятежника и бунтовщика, чем совершили тягчайшее преступление... Довольно! Отнять! Стой! Держи, беги, Рада!
Куда? 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 На кухню! На кухню! Отпустите! Здесь правительство! Вот вы правительство! В очередь! В очередь! Навести порядок! Конечно, мой мальчик. Куда ты выйдешь? Дядюшка Август! Тимур, где сурок? Все хорошо, она жива. Рука. Ты видел когда-нибудь столько публики, Август? А, мы можем работать. Конечно. Начинай. Начинай, Август. Я мигом, сейчас. Кто же это делает? Это же целое море. Скорее они ждут. Первый раз в жизни вижу столько народа. Доктор. Доктор, вы живы. Происходят такие события, тетушка. Но вы же целый день ничего не ели. Это из коллекции. Зачем? Но все же люди стреляют. А, да-да, дорогая, благодарю вас. Подержите, пожалуйста. Спасибо. Иди, они тебя зовут, слышишь? Иди. Он будет здоров. У него действительно хорошее, доброе сердце. Опа!
не видели, там нет моего топора. Там, без всякого изящества. Я же положил его собственными руками. Это называется революционные танцы. Казенные же. Все из-за тебя, чертова кукла.